я только что прошел регистрацию, а эти все люди на мой самолет. Представляете, как много, какая очередь. Да просто пипец. Кареточки, наслаждаемся последним теплом Таиланда. Смотрите, какой красивый Боинг, с какой мордой. Эх. Пока, Таиланд. Вот, от вылета нам немножко не подфартило. Я зашел в самолет, сел в кресло, недосыпы, и тут же вырубился. Прям тут же вырубился. Просыпаюсь, ничего не пойму. Люди что-то ходят, что-то суетятся все. Я раз на часы смотрю, мы вылететь должны были 2 часа назад. 2 часа я проспал. Вот, оказалось, что наш рейс задерживали и задержали еще плюс на 2 часа. То есть 2 часа я спал, 2 часа я еще сидел. То есть люди в общем и целом сидели в самолете 4 часа, как нам объяснили. После 4 часов нас должны были вывести из самолета, накормить, там напоить, что-то еще там с нами сделать. Но как только эти 4 часа прошли, раз, дают отмашку на взлет. Итого мы в самолете провели вместе с полетом порядка 14 часов. Курильщики вообще, наверное, помирали, потому что не курили 15 часов. Это было, конечно, жестко. Вот, бедные там эти бортпроводницы бегали, всех ублажали, кофе им наливали. Ну, хорошие там девчонки работали, молодцы. Старались, свою работу делали, несмотря на недовольство людей, которое почему-то выливалось на них, хотя они там были совершенно ни при чем. Вот. Собственно, это я и хотел сказать. Смотрите.